Долго. Вот. А кто забрал два лазерных проектора? Я. Просто джедай. А это можно мне сказать, где? А я не посмотрела, так что идем в разные места. А у меня у меня рука. Не бери пока, ее лучше сфоткай. А у тебя еще току, что ли? Серая какая? Да, я же сказал, блин. Нет. Да. Нет. Ты глухая. Нет. Видишь, я ни одна не слышала. Это второй этаж, скорее всего. Во, воду включил. Соседний, не. Где? Ты нас найдешь. Нет, тут теплее, он соседний. Ни хрена не видно. Свет повключайте, пожалуйста. А мальчик там вон тут? Ну, а холоднее-то вот тут. 10 градусов. Ладно, я пошел. Да. А? Возможно, МП5, потому что он так же, как и в прошлый раз. Двигался. Общая активность вообще ноль. Ну, 1-2. Чё они сегодня такие необщительные-то? Чё нам ещё надо? Пошли. Вот 5 ты принёс. А какие у нас... А лазер еще один где? Оба там. У меня. Избежать от него надо. Не видишь, я смотрю, не мешайся. Ты ничего не находишь. Так что, сиди, умирай. Ультрафиолет взяли или нет? Есть. Ну, Гати все, она вся втырит и ничего не ложит. Ультрафиолета нет. Он потоптался. Потоптался, то есть не мираж. А ультрафиолета нет. Ой, тень, близнецы, рейдю. Он где-то что-то бросил. Ну, ищи. Ну, было поздно уже, похоже. Кто-то ведь выключил? Кто? МПшку. Не. Опять? Я не слышу ничего вообще. Я слышу, МПшка где-то работает. Не, не могу ее найти. Че, вдруг можно делать, например, ловушку для призрака? Да, МПшка. У Кати МПшку в руках. А. Она не работает. А включить ее? Так она включена, просто это. Он сказал, что слышит ее. Ну я слышал ее где-то, она вот так вот сделала и все. Также плюс 5. Наши, кстати, близнецы. Короче, я пойду избавляться от улики. Съедать? Да. Может, вы выйдете тогда, да? Чтобы так я вышел из дома даже. Так не, а как я? Вы от чего собираетесь избавляться? От меня, что ли? Нет, я хочу, чтобы ты вышел. А где, подожди, лапку ты видел? Там же, лапку. Где это?
Где доска, Луиджи? Через руку можно это делать. Это кость. Какая разница? Так. Я сказал предмет. Ты сказал, блин, лапка. Я сказал, рука. Я сказал, рука. А, ну ладно, рука. Рука-то подходит. Есть какие-нибудь улики? И, кстати, я хочу сообщить, это не рука, это нога была. Еще раз спрашиваю, улики есть? Точно? Нет ультрафиолета, это за улики считается? Нет радиоприемника. Что у нас тогда есть? Нет ультрафиолета? Нет лазерного проектора, теоретически. Может быть, у нас горю... А, если ультрафиолета нету, это не горю. Ладно. Ревенант. Допустим, у нас призрачный. Допустим. Допустим. А, допустим, нету. Ну давай ультрафиолет и радиоприемник убираем. У нас за 6. Я еще не болтала с ним. Иди поговори. Пригласи его на свидание к нам. Зачем? А вы хоть скажите мне, кто это? Ой, кто ты? О, он тут картины бросает. Так мы хотим узнать, кто это. Дверь открывает. Атака. Нет. Да. Передо мной дверь закрылась. Ты вообще не знает, ты на чём я в двери стою. А я у него там так-то бродила. А потому что я использовал эту пентаграмму. Ну, он медленный. Охренел, что ли? Да. Он поднимается на второй этаж, толстяк. Кажется, он идет на свидание со мной. Сразу ведь. Ну это точно не радио, так как там дохренища радиоприемника, всякого такого. Поговори. Эй, иди ко мне, иди ко мне. Он идет вниз, обратно к тебе, походу. Катя, поговори с ним. Я не помню, на какой номер. А, стой, не говори, он обратно идет. Костя, говори. Иди ко мне. Идет сразу, сразу повернулся, все. Значит, не юкай. Значит, МП5 все же есть, скорее всего. Он у меня тут дверку открыл. Ей, я выжил. Что я хотел? А, я хотела поговорить с ним. Ух ты, какой у меня рассудок крутой. О, он разговаривает. Женским голосом, правда, но разговаривает. Блин, идеальный этот близнец. Кто там пьет? Еще кто-то навернул. Так, у нас радио есть. МП5. МП4 я не вижу. Я вижу МП5. Это 4. У меня на пятерке. Он у меня на пятерке прям показывает. Ну ладно, да, скорее всего, МП5. Ты где? Он меня вот тут, я так повернул, он мне показал МП5. А что у нас еще по уликам-то есть? Минус ультрафиолет. Записей нету, да? Записей же нету? Нету. Это значит близнец. Если он в этой комнате, если он не в другой. Ну, так, блин, нет. Так не, а тут же этот воздух выходит. Пыхалка. Так, это не мираж. Дух или близнецы? Так у нас, блин, нету этой сучки, дневника. Сейчас же быстро на дневника отзываются. Даже на самый хреновый, вы помните, как демон сразу же почти ответил. Ну, пошлите тогда отсюда. Близнецы? Проверим Костину теорию. Какая теория? Это верная. Пока верно, только я дошла. Да, потому что серый что-то быстро, а это Юра и все. Так потому что минуса не было. И ой, МП не было, МП не было. А, блин. Я спички где-то выбросил. Не смог зашить. Близнецы.